3,5 часа поспал. Сегодня буду плохо стрелять, наверное. Fucking shit. Чё, классно, мы вчера посидели вечером с аниматоршей. Аня Анютка. Или Анечка Анютка. Сидели, поболтали, она рассказала почти всю свою жизнь. Прикольно это все. Аня, привет. Вот, если вам не смотреть. Годы уже не те. 3 часа спать. По 3 часа спать. Все очень занято. Подтекаю небо. Кстати, сегодня обещали грозу. Посмотрим. Пока-пока. Что? Вчера был прикольный день. Мы обошли почти весь исторический Сиде. Не были только в историческом археологическом музее города Сиде. Сегодня он... Возможно, будет гроза, поэтому, может быть, я схожу в этот музей сегодня, не знаю. Посмотрим по погоде. Я бы сходил. The satisfaction they couldn't get any other way. Сегодня позволяет погода походить, поснимать отель. Там малый амфитеатр, играют в пинг-понг, а также стреляем из воздушного ружья. Я все никак не могу выиграть первое место. 2 раза был вторым. Такая лестница, чтобы подняться в ресторан от бассейна и к нам в номер. У нас номер выходит на море и на большой амфитеатр, где проходят вечерние программы. Такой вот джангл тут. Да, очень рекомендую, отель шикарный. Вот большой амфитеатр. How many guests you have here? Let's check it first. Yes, there are so many people here, yeah? Let's go! Right, the score is now 6-5, 6-5. Anton, very important, 6-5. Problem. So, now, 1, 2, 3, five. Oh my God! Moment. DJ, 1, 2, 3, we go. Oh my God! Oh,
schlafen, ja? Sieht jemand, guck mal. Anton, Konzentration, ja? Komm. Liebe Leute, kann ich einmal die Hände mal sehen? Einmal die Hände ab, Hände ab. Jetzt geht alles, liebe Leute. Klar, 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 klar. One, two, three, fight! I can already. Катались на джетски, я первый раз катался, очень мне понравилось. В следующие разы буду все время теперь на отдыхе брать джетски. Но у меня небольшая проблема возникла. Я вынимал свою GoPro-шку из кармы грип, чтобы поставить держатель для руки. Я ступил, я забыл закрыть крышечку, которую снимать надо обязательно, чтобы в гриб вставить. Я забыл поставить обратно, вот такая вот крышечка, и сюда попала вода, и теперь у меня GoPro-шка выключается. Из HDMI даже какая-то зеленая водичка потекла.